И сегодня же министр энергетики прокомментировал резкое подорожание цен на бензин марки АЕ-92. По мнению Каната Бузумбаева, до 135 тенге за литр поднялась цена на привозной российский бензин. Это порядка 30% рынка. В ноябре произошла авария на Павлодарском нефтеперерабатывающем заводе, и это снизило объемы производства отечественного топлива. Поэтому импортного бензина завезли больше. Российские поставщики были вынуждены поднять цены на экспорт в связи с внутренними вопросами на башкирском НПЗ после смены собственника. Сейчас там идет аудит, и поставки в Казахстан ограничены. Главный импортер топлива в Казахстан – Омский завод – временно вынужден работать на внутренний рынок. Министерство энергетики ведет переговоры с российскими коллегами, чтобы избежать дефицита самой ходовой марки топлива в Казахстане. В декабре в республику должны завести 100 тысяч тонн АЕ-92, но цены уже не снизится. Сегодня цены есть там в районе 130-135, в Астане где-то 135, наверное, цена более-менее такая адекватная. Но две или три сети сейчас где-то 128-129 тенге пока у них в ноябре месяце будут сохраняться.